Привет вам из солнечной Калифорнии! Сегодня нас ждет очень интересное приключение. Мы отправляемся в путешествие по одной из самых главных достопримечательностей Калифорнии. Это трасса номер один, которая соединяет Северную Калифорнию и Южную Калифорнию и проходит между гор и океана. И это просто очень много сотен миль красивых пейзажей, и просто можно останавливаться каждые 3 минуты, наверное, и смотреть, и, в общем, никуда в итоге не доехать, потому что постоянно вот так вот красиво. Погнали, посмотрим, правда ли еще дальше будет еще лучше. Надеюсь, вам понравится. Продолжайте смотреть. Я сейчас очень завидую вот этим ребятам, которые живут в этом доме, потому что у них такой просто потрясающий вид. Волны разбиваются об эти скалы, просто посмотрите, очень красиво, прям вау. Эту достопримечательность, наверное, знают все, кто смотрел сериал «Большая маленькая ложь». Вот это тот самый мост. Такой вид. И очередь, чтобы сфоткаться возле него. Как оказалось, это был неправильный мост. Это был Rocky Bridge, а нам необходим был Bixby Bridge. Он находится буквально метров 150 после этого моста. Но так как на трассе совершенно нет интернета и непонятно, где ты находишься, я подумала, что это наш правильный мост. И, кстати, как впоследствии оказалось, очень многие мои знакомые тоже так думали, и они также делали фото с первым мостом и даже не подозревали, что после него есть другой правильный мост. Но на правильный мост мы также съездили спустя неделю, и вот есть с него фотографии. Очень жаль, что на камере очень тяжело показать, какой здесь масштаб. Сейчас попробую, там как раз гуляют люди, и посмотрите, насколько люди маленькие по сравнению со всем вот этим вот, что здесь находится. Во-первых, вот здесь есть мужчина, видите? Теперь мы дальше переходим, смотрим на пляж. Кажется, что никого нет. По этой дороге встречается очень много точек довольно интересных. Например, там были водопады, но там мало места, где было припарковаться, поэтому мы проехали дальше. Также внезапно, посмотрите, что на голове. Очень сильный ветер. Здесь есть точка с тюленями. Блин, они такие громадные, просто они такие вау, просто, знаете, как селедки разложились, загорают. Не видела я такого. Вообще такие прикольные. Спустя 6,5 часов мы практически доехали до Лос-Анджелеса, но пока что мы находимся в городе с очень известным названием Санта-Барбара. Мы решили выйти посмотреть просто так по набережной, пройтись, как здесь, быстренько, и поехать дальше, потому что нам еще ехать где-то 2 часа точно, может чуть меньше. Ну так тут мило. Ух ты, машинка сзади. Класс. Привет из Лос-Анджелеса. Мы буквально
два часа, наверное, в Лос-Анджелесе, и вообще город очень отличается от Северной Калифорнии во всем просто. И архитектура, и дороги, и манера вождения, и то, как здесь карантин воспринимают, и то, как здесь просто люди выглядят, и что они делают. Вообще всем все равно, какие-то знаки запрещающие, то, что полиция где-то рядом ходит. Все гуляют, наслаждаются жизнью, и вообще все отлично. Надо будет сюда еще раз приехать. Но пока у нас здесь еще есть 2 дня. Хочу немножко вам показать дворик нашего отеля. Очень милый просто. Смотрите, цветочки такие розовенькие. И бассейн. Красота. Я понятия не имела, как выглядят каналы здесь. Очень прикольно. Такие няшные домики. Блин, какой вид красивый. С вами приехали на улицу, самую дорогую улицу, променад с магазинами Rodeo Drive. Людей нет, магазины закрыты, но зато можно полюбоваться на витрины всех самых дорогих магазинов в мире. Gucci, например, выглядит очень красиво. Кажется, мы приехали в отличное время, когда здесь никого нет, вообще ни местных, ни туристов. Конечно, все закрыто, но не то чтобы очень не хотелось, конечно, делать покупки в таких магазинах. А так хотя бы посмотреть, как все выглядит, это очень красиво. В следующий раз приедем уже за покупками. Мы ехали-ехали и случайно заехали в отель Beverly Hills. Вот так бывает в Лос-Анджелесе. Вообще красота. I'm a simple
значит, апдейт последних пару часов. Мы поехали к Буковкам в Голливуд. Проезд туда оказался закрыт. Можно было встать где-то далеко, чтобы подняться пешком по трейлу. Но мы решили посмотреть со стороны, и все. Поехали мы также в обсерваторию. Но туда также проезд закрыт. Можно только внизу припарковаться. И топать очень далеко наверх. Мы тоже решили, что не хотим это делать по жаре и тратить время. Поэтому карантин — отличное время, чтобы просто покататься по городу без особых пробок, посмотреть на город со стороны, потому что мне говорили, что обычно тут пробки ужасные, там буквально с точки А в точку Б можно добираться по часу, а сейчас, например, минутам 20. Сейчас мы бродим по Лакме, это по музею современного искусства. Тоже местами перекрыто, но в целом люди тут гуляют, отдыхают, пикничок устраивают на травке. В общем, жизнь продолжается. Так как пирс закрыт, мы просто идем на пляж посидеть. Но тут такая широкая береговая линия, что я уже устала идти. Вот это центральный бульвар, скажем так, центральная площадь Санта-Моники. Все магазины закрыты. Думаю, в обычное время здесь, наверное, не протолкнуться. И сейчас одни местные жители, в смысле, бомжи, которые... Вот так. У нас карантинный тур по вывескам города. Подъехали, посмотрели на вывеску Paramount, посмотрели, даже не посмотрели на вывеску Universal, потому что там все перекрыто по кругу. И вот подъехали посмотреть на вывеску Walt Disney Studio. Когда-нибудь это все откроется, и можно будет прийти на экскурсию. Сегодня у нас такой релакс-день, если мы предыдущие два дня просто везде нужно успеть, везде нужно поехать в Лос-Анджелесе, все видеть, то сегодня у нас так все спокойно, размеренно. Поехали на другой конец города, просто чтобы посмотреть, как выглядел дом или двор главного героя из GTA. Да, выглядел он не так, как в GTA. Сейчас у нас план поехать посмотреть на дом из фильма «Однажды в Голливуде». Я вам покажу обязательно, не знаю, если туда подъезд или нет. Но пока что из полезного мы купили масочки, например. По-моему, такого добра у нас в наших краях уже давно нет. А здесь мы зашли в Target, и вот, пожалуйста. Так что поехали, покатаемся еще по городу.
Здоровый рожок, классный. Наш лонг-викенд подходит к концу, и обратно мы уже поедем по короткому пути, по прямой дороге от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско, наверное, эта дорога пролегает. Нам нужно до Сан-Хосе. Карта обещает, что это будет 5 часов. Посмотрим, насколько это будет быстрее, чем путь, конечно, через горы, но наверняка он будет чуть быстрее. Но интересно, правда ли это, что так близко, как с Киева в Одессу смотаться? Поехали домой!